Сделаем обзор нового кресла, которого купили. Вот такое вот кресло. Внук сел. Так, внучек, опускай. Вот так, раз. Отлично, с подголовником. Вот такой подголовничек. Так, поднимайся. И раз, и легко поднимается. Вот такое вот кресло, красивое. Расцветочка красивая. Вот, давай еще покажем. Так, мады, ну, конечно, это китайская ткань, такая хорошая ткань. Давай еще раз. Раз, ну, как тебе? Нормально, удобно. Удобно? Давай, вставай. Мы его так снимем без себя. Вот такое вот кресло. Отлично. Кресло. Что? Как? А, подлокотник этот. Под голову можно регулировать вверх-вниз, да? Угу. Отлично. Ну вот, вот такое вот кресло. И дворик снимем. Покажу дворик. Вот они балдеют. Оба. Степка, дай их снимем. Вот они. Покажу дворик с цветами. Что? Да, Матюшка пришел в гости к своей сестричке Дашке. И вот мы снимаем такое вот кресло. Красивые цветы. Вот она бежит, вот она бежит. Вот она к своему братику. Травка в виде гитары. Привет, привет, Дашка, привет, привет. Ну, что вы, приятели? Опа! Даш, помаши рукой. Привет, привет. Банька. О, Дашка уже пошла в бассейн купаться. Матвей, ты тоже? Колодец какой у них красивый. Такой. Там мангал. Мангал. Ну что, прыгать будешь? Я прыгнула сейчас. Бассейн какой большой. Вылазь.